Впереди санаторий Беларусь, в котором я остановился. Это собственность Белоруссии. Здесь 100 ограничений въезда в Европу россиян и белорусов. Проходили курортные лечения белорусы. И параллельно можно было тоже проходить лечение. Теперь белорусам запретили въезд, только коммерческая группа работает. Часть перекочевала с Латвии, потому что у нас вообще там швах все стало. А так в целом, бывшие жители с разных стран Советского Союза, евреи, там, немцы с Казахстана. Вот сейчас у нас фактически компания из трех национальностей. Это не национальности, из трех стран. Это жители Латвии, немцы и евреи. Тоже советские евреи, которые сейчас живут в Израиле. Вот эти два лечебных корпуса. Впереди жилой корпус. Там тоже есть лечебная группа. В отеле очень качественное питание. И потом, что мне понравилось, очень такой на уровне спа-центр. Бассейн, 4 дорожки, 25 метров. Две больших джакузи. Бассейн на джакузи с разными массажными струями. Массажно-струевые, две кабины прямо в воде сделанных. Разные вертикальные массажи. Каскадные души. Вон впереди. Жалко, снимать внутри запрещено. Тут немножко странная позиция. А так питание, сервис. Номера после реновации очень сделаны хорошо. Все на уровне. Так что советую его посетить. Заходим в отель. Добрый вечер. Это мы прошли ресепшн. Мой номер, гостиница Беларусь. Лечебные процедуры здесь проходят в двух корпусах. Сейчас мы идем в первый корпус, где находится бассейн, водолечебница. Переход в корпус, где находится водолечебница, бассейн. Он находится в первом корпусе. Между корпусами можно пройти по этим крытым коридорам. Это очень большое удобство для зимы, да и тем, кто не хочет выходить на улицу. Вот это сухая горючая ванна. Газ и помогает. Очень полезная штука. Будем верить в это. Вообще санаторий потрясающий, простуля супер. Включаем. Это лазерная терапия. В санатории Беларусь очень сильная лечебная база. Здесь вам подберут лечение по вашему профилю заболевания.
останетесь очень довольны.